В день рождения Ивана Сергеевича Тургенева свой юбилей празднует Владимирская областная библиотека для детей и молодежи. Она была образована в 1961 году. Это год первого полета человека в космос, великих строек и оттепели в культуре. За все время существования библиотека претерпела много изменений, но не изменила себе в главном. Несмотря на популярность электронных книг и чтения онлайн, сотрудники стараются привлечь читателей новыми акциями и возможностями. В копилке библиотеки такие проекты, как «Владимир интернациональный», «Литературная карта Владимирской области» и «Класс на классиках». В последнем известные люди региона говорят о литературе. Люди, которые представляют разную профессиональную деятельность, разные сферы, но все они говорят о литературе. О Толстом, о Свифте, которого мы не знали, о лауреате, сложная тема, лауреат Нобелевской премии Светлана Алексеевич, Наталья Владимировна Юдина ее взяла. Мы постоянно в поиске, поэтому мы не скучные. Мы то место, где можно провести досуг очень интересно. На юбилее принято не только подводить итоги своей работы, но и думать о будущем. В рамках празднования во Владимире собрались представители библиотек со всей страны. Они приехали на конференцию «Чтение. Формирование читательского интереса». Библиотека для молодежи на сегодняшний день является фактически социальным лифтом. Это значит, что мы должны ориентироваться не только на читательские потребности молодежи, а на весь спектр жизненных потребностей молодежи, которые тем или иным способом может удовлетворить библиотека. Тенденции современности владимирцы уже подхватили. Так, полгода назад в одном из зданий библиотеки на проспекте Строителя 23 начался ремонт читательского зала. Теперь это не типичное помещение времен Советского Союза, а многофункциональная площадка. Одна из новых акций «Читать – это круто» – это длительный проект, привлекающий всех любителей хорошей литературы. Совместно с компанией «Мир фото» делаем профессиональные фотосессии в нашей библиотеке, выбираем лицо этого проекта. Она закончится большим флешмобом на одной из площадей города, куда все участники акции и молодежь, которую мы надеемся привлечь, придут со своими любимыми книжками, будем читать и радоваться вместе. Помимо обновленного помещения, у Владимирской областной библиотеки для детей и молодежи много планов. Так, в конце ноября свои двери открывает клуб «Темнота. Друг молодежи». Это литературные встречи, посвященные романтическим историям и жизни великих поэтов и писателей. А во время сессии библиотека планирует работать допоздна в рамках проекта «Ночь перед экзаменом». Евгения Палагина, Стас Трегубов, «Губерния 33».